Нет, я пока видео. Для блога. Для блога? Мама! А мама? Когда все школы тренят. Малыши не обещают, учат, что мы... Дмитрий Ленков, учащийся первого Б-класса. И просто уплотнить тебя к Натайлу, а чуть яму. И просто уплотнить тебя к Шилову, Елену и Карлову. Нет, ну самое главное. Как у нас будет 8-й просто класс? Восьмой, а? Боритесь. Нормально. Будете жить дружно. Батя, потому что неизменные желтые цветы. Ребят, про лазурный, который едут. Я еще ничего не сказала. Ничего не сказала. Сказала, что офигенно бывает. Но я почувствовал и по твоим комментариям, и по твоему довольному лицу, что тебе очень понравилось. Я бы сейчас ездила. Понятно. Не, ну и... Давай с другой стороны. Так зонты в руках. Пойдет за. Сейчас у тебя 5 кемпер. Ты тренироваться тут начал или? Нет, пока что. Тоже с 5-го? Наверное, я еще не сдавал. Лёш, а дед-то где? Не знаю. Он с мамой разговаривал, я в последний раз его видел. Дурный, ты едешь? Да. Ну и как тебе девчонки рассказала, Кристинка-то рассказала? Да. Рада? Рада. Они для кого это все организовали? Нам сказали спасибо. Слышь, Аль Капоне, ну говори что-нибудь. У тебя интернет наладился на 7 там? Володь? Есть. Кстати, иди, подойди, золотые его. А кто-нибудь что-нибудь сделал по лету? Там презентацию? Никто какую-то. Ничего, заняли, спали. Только Катя Чернякова. Я делал, я просто... О, да, да. Ром, Слышь, Оксана? Такая красота. Звонок. И так мелодичный. Как будто же и навесу там. Крошечка, коврочка какая-нибудь. А сделайте мне в фотошопе, что у меня есть. А что вы тут рожи хотите? Она не включена была. Не включена. Я стою. На самом деле, это освоить нефиг делать. Сфоткайте нас, пожалуйста. Старший сын Сигизмунда III
глаза и Анна Австрийская. Реальный власть на Руси после королевич так и не получил. Этому воспротивился Сигизмунд III, который сам добивался царской короны и не позволил сыну прибыть на Москву. В то же время Москве Семибоярщина потеряла всякое подчинение. Власть перешла в руки поляков. Национальное и религиозное чувство начало пробуждаться. Все взоры обратились на патриарха Гермогена. Он понял свою задачу. Недавно смерть в колонии Тушинского вора и междоусобицы в стране заставили патриарха повелевать и на кровь дерзнуть. Он начал рассылать по городам грамоты. Первым поднялся из Рязанской земли Прокопий Ликунов. Он во главе войска в январе 1611 года двинулся к Москве. К Ликунов шли земские дружины со всех сторон. Пока собирал возьмение ополчение таким образом, да? А вот теперь ответьте на мой вопрос, который я вам задала. Почему же не Москва? А почему же вот в Нижнем Новгороде эта идея защиты отечества зародилась? Почему это понятно? Были пущены на то, созданы в кабалу все одаренщики вместе с семьей. Сам Ленин отдал треть своего имущества. Спасти государство нужно было любой ценой. В Нижнем Новгороде хранит память о своем великом гражданине. На Нижнем фасаде земской земли посадские читали грамоты Гермогена, а возле храма Иоанна Кронштадтского прозвучала знаменитая речь Кальмирова. Польский король Сигизмунд вздумал было идти на Москву, но у него не хватило взять силы волос, и он ушел обратно. Пятая деньга или пятая часть имущества, да, которое человек, а иногда и треть, да, собирает. То есть, вот, пожалуйста, там не слышали, он отдал треть своего имущества, да, но денег все равно не хватало. Да, мы сейчас с вами закончим, но у нас еще очень много организационной работы, в том числе книги. А у вас какая буква в классе? А.